Ой-ой-ой-ой, он может прибить меня. Ого, ребятки, мы давим автомобили чужие. Ха-ха-ха. Классно, ну что ж, скорпиончик, вперед. Поехал. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Круто, все классно! Мы сегодня будем играть вот такую вот игрушку, которая называется, ребятки, Hot Wheels Race Off. Так, дорогие друзья, ну что же, мы уже с вами дошли, посмотрите, как далеко мы уже забрели в лес, тут где звери, ребята, посмотрите, мы выбираем наш автомобиль, и нам здесь предлагают что сделать, давайте-ка с вами, собственно, это и посмотрим. А здесь у нас, ребята, посмотрите, какие у нас машины, Скорпеда, он же Скорпион автомобиль, второй у нас Гоблер, посмотрите, такой, как пес с зубами. Третий автомобиль у нас такой, как машина Бэтмена, ребятки. Четвертая это вообще что-то такое, машина-паук, ребята, какая-то. Так, и последний автомобиль, это автомобиль, ребятки, акула. Так, ну что ж, давайте первый автомобиль, собственно, возьмем и начнем, ребятки, проходить нашу замечательную игрушечку. Так, ну что ж, поехали. Ох, ребята, ох, вот это круто. Вы только посмотрите, ребятки, вы только посмотрите, как давай быстрее. Ух, вы видели, какая была штука. Иначе меня бы могли бы убить, наверное, или прибить. Так, давай, 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 поехали, поехали. Вот тот молоток, ребятки, что мы только что видели. Вот он. Ой-ой-ой-ой, он может прибить меня. Ого, ребятки, мы давим автомобили чужие. Ха-ха-ха, классно. Ну что ж, скорпиончик, вперед. Поехал. Давай, 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 давай. Так, ну что ж. Вот это было, конечно, в действительности, ребятки, прикольно. Ой-ой-ой-ой, что это такое? Хо-хоу. Вот это мы полетели. Поехал, ребята, машина Скорпион довольно-таки прикольная машина. Мне очень сильно нравится. О, чужие машины, ребята. Посмотрите, мы давим чужие автомобили. Разве это, ребятки, не замечательно? Это просто, я считаю, круто. Так, едем дальше, едем, никаких проблем не наблюдаем. Все у нас отличненько. Так, 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 поехали. О, как хорошо, да-да-да. Оу, ребяточки, да, тихо-тихо-тихо. Так, выезжаем сюда вот наверх. Давай-давай-давай, тут финиш. Не хватило нам немножко мощи. Конечно, мотор у нас не слишком сильный. Но сейчас, я думаю, я выеду. Давай-давай-давай, малыш, вот так вот. Замечательно, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. Ну что ж, ребятки, переходим на второй уровень. Ребятки, подождите, а то я нечаянно взял, наверное, переиграть. Давайте выйдем. Давайте нажмем назад и нажмем 32 уровень. Так, вот 32 нам как раз, ребятки, и нужен. Так, ну что ж, поехали, погнали, посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь идет сразу трамплин, вижу. Тихо-тихо, мозжешь, может оборваться. Давай-давай-давай, поехал. Это же подвесной мост, который ломается. Давайте аккуратно. Да что ж ты будешь делать? Акула, у тебя же сильный двигатель, в чем проблема? Так, тихонько. Давай, 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 давай. О-о-о! Нет, нет, нет. Ох, совсем чуть-чуть. Отличненько. Круто, ребята, вот это да. Газу, а то разобьемся. Ребята, нас зацепила вот эта летающая штука, вы видели? И таким образом я разбился. Если бы она меня не зацепила, проблем бы не было бы, ребят. Перелетим или нет? Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Да что ж ты никак. Опа. Так, сейчас, ребятки, будет вот эта штука. Надо ее аккуратно объехать. Тихо. Воу. Да зацепила мою, ребятки, эту скорпионью спину, и я взорвался, ребят. Давай, давай, давай. Так, 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 так. Газу, 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 газу. Опа! Нет, нет, да как же тяжело выехать с этого моста, ребятки. Бывает, уже сильно поднапрягает этот мост. Но ничего, мы стараемся, ребятки, проезжать аккуратно. Так, стоим. Газу! Вот так вот проходим, отлично. Ого, паук, ребята, вы только посмотрите, какой паук вон стоит. Вы видели, вот это был паучок.
Вот это был в действительности огромный паук, ребята. Ой-ой-ой, бабах, о, автомобили чужие. Я сейчас их буду давить, ребят, отличненько. Вот так вот мы по крышам, мы едем по крышам автомобилей чужих. Вы только посмотрите, как мы давим этих злых несчастных автомобильчиков маленьких. Ой-ой-ой, впереди мост, газу, Скорпион. Давай-давай-давай, отлично, отлично, просто супер. Просто замечательно, Скорпиончик, ты молодец. Ты у нас такой молодец, что вот ты просто профессионал. Отличненько, Скорпион приехал, ребятки, на финиш. И таким образом мы прошли, ребятки, этот уровень и открыли 33-й. Так, ну что ж, 33-й уровень, ребятки. Поехали, посмотрим, что нас здесь ждет. Так, ну что ж, Скорпион, погнали. Скорпеда называется мой автомобиль. Так, здесь чувствую, сейчас где-то что-то будет. Газуй, газуй, газуй. Тихо. Газу, тихо. Газу. Да, ребята, нет, так не годится. Надо проезжать только под определенным уровнем. Сейчас я вам покажу как. Смотрите. Раз. Тут я не проеду. Оно какое-то уже расшатанное, ребята. Давайте возьмем повторить. И прокатимся. Так, не спеши. О, видите? Сейчас оно работает отлично, как часики. Да что ж такое? Ага, только я, ребята, цепляюсь своим этим этой штучкой на радиоуправлении, и все. Я автоматически начинаю взрываться. Да что ж такое? Как мне проехать быстро там, а? О, ребята, проехал. Вы представляете, проехал такое огромное препятствие. И я его, ребятки, одолел. Это разве не замечательно? Это просто круто, ребятки, мне кажется. Так, и что мы видим? А мы видим следующее. Ребятки, вы только посмотрите, там далеко в лесу видна гора Череп. Если вам видно, ребятки. Так, берем бензинчик, отличненько. Замечательно. И едем, едем. Опять этот мост нехороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай газу. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, ребятки, за мной все там повалилось. За мной там огромная пропасть. Так, отлично. Поехали. Оу, ребята, вы только гляньте. Тихо-тихо. О, хорошо, хорошо. Тихо-тихо-тихо, малыш. Совсем еще немножко осталось. Ого, ребята, вот это уровни пошли. В действительности тяжелые. Я думал, что будет нам легко на них ездить, а нам, оказывается, тяжело. Так, ребятки, ну что ж, пора выбрать, ребяточки, другой автомобиль. Давайте, собственно, мы с вами и попробуем. Так, ребятки, ну что ж, смотрите, сейчас мы покатаемся, пройдем два уровня еще на этом автомобиле. И я думаю, что в следующей части мы как раз уже откроем новые машины, грузовики. И это будет, ребятки, просто замечательно. Так, ребяточки, ну что ж, погнали. Так, 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 выбираем 34 уровень. Нажимаем продолжить. Выбираем автомобиль пес, гоулер. Поехали. Ох, ребятки, автомобиль. Ох, вот это мощный такой довольно-таки автомобиль. Ого, ого, вот это он дает. Ого, я, посмотрите, перелетел все автомобили, которые мне нужно было подавить, ребята. Так, 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 так. Тихонечко, аккуратненько обходим. Стоим, стоим, стоим. Бабах! Отличненько, перелетели подвесной мост. Так, проезжаем дальше. Тут аккуратно здесь яма была. Ребята, ой-ой-ой-ой-ой. Там надо, наверное, ждать, чтобы он в яму упал. Понял я. Все, поехали. Ой, газу, газу, газу. Ох. Ох. Давай, малыш, давай, я в тебя верю. Да что ж такое, как же я так мог облажаться, ребятки.
Давай по новой будем делать. Давай, 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 мощь, давай, машинка. Я в тебя верю. Давай, давай, давай. Поехали, поехали, родная. Тихо, тихо, тихо. Так, ну здесь вот надо вот ждать. Давай, 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 давай. Вот так вот, замечательно. Отличненько, малышка. Поехали. Тихо, 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 Юра. Здесь надо было ждать, пока камень, ребятки, не дождет. А я сразу начал газовать. Давайте, ничего. Сейчас мы со второго раза, ребятки, повторим наш успех. Я думаю, ничего страшного не будет, если мы с первого раза не пройдем эту трассу. Давай, 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 я в тебя верю, малыш. Ты первый. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Осталось совсем немножко тебе. Давай, малыш. Ох, отличненько долетели. Так, здесь нужно, наверное, ребят, подождать, пока упадет камень сюда. Ребята, где же камень? Да, как-то непонятно. А как же мне камень там убрать? Так, поехали. Сейчас посмотрим, ребятки, с вами, что там творится там на самом деле. И попытаемся, ребятки, решить эту проблему. Потому что куда это, ребятки, годится? Это же никуда абсолютно не годится. Вы со мной согласны, ребята? Если да, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой каналчик. Так, поехали, 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 аккуратно. Так, ну что, здесь как всегда, Юра, газу. Поехал. Отлично, отлично, просто супер. Так, ну здесь, наверное, надо просто перелететь. Перелететь, ребяточки, по-другому никак. Ну а как мне еще сделать, чтобы он меня, ребятки, не зацепил? Этот камень. Сдать назад, что ли? После того, как вперед проехать. Ну сейчас посмотрим. Сейчас мы с вами это и проверим. Как нам пройти этот уровень? Может, какая-то другая автомобиль сможет проехать здесь. Но этот тоже вроде бы ведет себя неплохо. Отличненький автомобиль. Все работает на нем, ребятки, просто замечательно, я вам хочу сказать. Даже просто супер. Так, тихо, 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 малыш. Давай, газу, газу, газу. Перелетаем. Так, отличненько, просто супер. Так, здесь у нас следующее. Тормози. С одной стороны камни летят, с другой не летят. Понятно. Может, нам надо заднюю сдачу? Вот так вот. А теперь поехали. О, да, ребята, так и нужно было сделать с самого начала, вы видели? Отлично, ребята, мы очень сложную трассу прошли. Игра в действительности тяжелая, ребятка, но трассу мы еще не прошли. Это я, ребятки, погорячился, сказав, что мы ее прошли, потому что мои подписчики мне давно уже говорили: Юра, игра очень сложная, мы ее прошли, но она очень сложная. И когда ты будешь в нее играть, будь аккуратнее, потому что она настолько тяжелая, что нервишек может тебе не хватить. Поэтому, ребята, я и заранее стараюсь всегда с вами быть честным и проходить эту игрушку на все 100% без различных препятствий. Так, открываем мост. Все, поехали. Едем, едем, едем в далекие края. Отличненько, дорогие друзья, и мы приехали к финишу, наконец-то. Так, ну что ж, ребятки, проходим 35-й, а дальше будем играть все остальное в следующем эпизоде. Поехали! Так, ну что ж, давайте, наверное, возьмем вот этот автомобиль, все-таки испробуем автомобиль Бэтмобиль, вот этот, похож на автомобиль Бэтмена. Поехали! Ого, ребята, у него двигатель такой довольно тоже мощный. Колеса, посмотрите, тоже у него немножко сзади большие, а впереди маленькие. Это, наверное, для того, чтобы, когда он настолько мощный, когда весь груз идет на задние колеса, чтобы задние колеса выдержали эту мощь. Ну что ж, поехали, взлетим, посмотрим. Ой-ой-ой-ой, вот это да. Пока что, ребятки, отличненько себе автомобиль показывает. Все характеристики у него в норме.
Ого, я даже его могу, ребятки, мне кажется, потолкать или переехать. Посмотрите, какая мощь. Какой огонь, хоть бы двигатель не загорелся у меня, ребят. Посмотрите. Вот это да, я попросту, ребятки, переехал его. Вот это да, вы вообще представляете себе? Газу! А, нет, здесь я не перееду, мне надо его толкать. Мне надо толкать этот камень, ребятки. Понял, все, ребятки, мне этот камень надо толкать, толкать, толкать. Аж толкать, 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 короче, да и все. Сейчас проверим. Сейчас посмотрим, насколько мы его, ребятки, сможем затолкать. Так, газу. Ух-ух-ух, тихо-тихо, малыш. Поехали, 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 поехали. Так, ну что, здесь, как всегда, ребятки, разгончик. Здесь, как всегда, трамплинчик. Как я не долетел-то? Мало разгон набрал, ребят. И, получается, не долетел. Но сейчас, я думаю, мы ошибку такую не будем уже делать. И должны долететь нормально. Давай, малыш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да нет. Что это за было такое? Опять какая-то ошибка, ребята, была с двигателем. У меня двигатель просто-напросто разорвало. Либо я зацепился своей антенкой, что меня взорвало. Либо, ребятки, я просто-напросто не понимаю, что творится. Так, тихонько. Поехал, давай. Ну что ж такое? Что меня там тормозило? Ну, я прям не могу, ребятки. Ну что это такое, а? Ох, так, давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребята, что творится-то? Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Тихо-тихо-тихо. Самое главное, ребятки, это не попасться на злого какого-то чувака, который может нас попросту захавать. Да как я... Ребятки, этот автомобиль мне, я так понял, не подходит для этой трассы абсолютно. Так, мы с вами сейчас возьмем и выберем, ребятки, лучше пса вот этого. Может, он подходит нормально под эту игру. Сейчас посмотрим. Так, ну вроде пока себя ведет он отлично. Сказать, чтобы сильно мощный, не скажу, но довольно-таки нормальный автомобиль. Резвый, для своего пойдет. Да ну что это такое, а? Ну просто, я просто без ума. Я не знаю от этой дороги. Как же нам ее, ребятки, с вами пройти? Давай наберем разгона и там посмотрим уже. Стоит ли вообще нам в нее играть? Или не стоит? Давай, малыш, я верю, ты должен, ребятки, он должен приехать. Я уверен, что он должен доехать, и у него все будет хорошо, ребята. Давай, малыш, не тормози. Воу. О, отлично, ребята, наконец-то я проскочил. Наконец-то я проскочил. Так, вот этот камень мне, ребятки, надо толкать. Аж до самого этого. Затолкал слишком далеко, ребятки. Надо было тормозить. Ну ничего, сейчас затормозим. Поехали. Погнали, мой дорогой друг. Вперед к победам! Вум-вум-вум! Вот это мощь! Вот это я понимаю, настоящий автомобильчик. Так, погнали, 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 погнали. Теперь газу, 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 газу. Отличненько. Ох! Просто супер! Отличненько, здесь тоже нас никто, ребятки, не тормошил. Не тормозил. Так, ну что ж, берем, ребятки, этот камушек. И поехали. Да что ж такое, ребята, она... У нее совсем отказали тормоза. Я тормозил, она не тормозится. Ну реально, ну как так-то, а? Не работают тормоза. Надо вызвать какого-то, ребятки, мастера, чтобы починил мне тормоза. Куда же это годится-то без тормозов ездить, ребят? Без тормозов ездят только, ребята, неудачники, которые могут разбиться. А мы, ребятки, нормальные чуваки. Так что нам надо еще много чего сделать, ребятки, прежде чем выехать без тормозов. Так, едем, едем, ребятки, и опять мы доезжаем до этих камушков. Так, давайте как-то будем потихонечку лить шкалу, как что ли? Так, тихо, тихо.
Так. Ребята, это все хорошо. Но по секрету хочу вам сказать. А груша расшатывается или нет? Сейчас посмотрим. Я думаю, да. Или нет? Уже, наверное, не расшатывается. Короче, неправильно, ребятки, мы немножко здесь делаем тоже, давайте. А если я там приторможу, то меня груша убьет. Ну как же мне тогда пролететь там, а? Не знаю, совсем не знаю, ребятки, честно. Так, ладненько, сейчас посмотрим. Потому что груша нам там мешает реально. Давай, малыш, газуй, давай еще совсем немножко. Ох, красавчик. Просто красавчик, молодец. Отлично, отлично себя показал ты. Ну что ж, теперь давай. Поехали. Да что ж ты будешь делать, а? Я не знаю, ребятки, как мне перелететь эту яму. Ну что ж, дорогие друзья, ничего страшного, мы это пройдем в следующем эпизоде. Не стоит на этом зацикливаться. Дело в том, что мы, ребятки, с вами открыли новые автомобили. Вы видели, какие и акула, ребятки, и все. Мы с вами обязательно поиграем в следующих частях этими крутыми автомобильчиками. И откроем, ребята, грузовики в следующей части. А это уже, ребятки, немаловажно. Так что, ребятки, подписываемся на мой канал, ставим пальчики вверх и обязательно оставляем, ребятки, комментарии. Так что до скорых встреч, дорогие друзья. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, ребяточки. Пока-пока.